В России 10 ноября отмечают День полиции или День сотрудников органов внутренних дел. Круглосуточно, в выходные и праздники они стоят на страже правопорядка, готовые прийти на помощь. Как поется в известной песне, их служба и опасна, и трудна. Однако это не пугает, когда речь идет о призвании, а не просто о работе. Оценивая результаты деятельности УМВД в Химках за текущий год, можно с уверенностью сказать, оперативная обстановка в округе под контролем. Наша задача – поддержание правопорядка и обеспечение спокойствия граждан в городе. Ежедневно сотрудники полиции патрулируют улицы. При необходимости проверяют документы, тщательно следят за порядком. Эти меры позволили сократить количество преступлений в общественных местах, в том числе на улицах, более чем на 30%. Благодаря комплексному подходу сократилось и общее количество преступлений. Безопасность на дорогах обеспечивают сотрудники ДПС. Следят за скоростным режимом и соблюдением правил дорожного движения. Меры, принимаемые сотрудниками полиции и ДПС, способствовали стабилизации оперативной обстановки. Согласно оценке деятельности, утвержденной приказом МВД России, УМВД по городскому округу Химки стабильно входит в десятку лучших в общем рейтинге по Московской области. Елена Тараненко, Вильфрид Дембковский. Новости Химки ТВ.